Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Обзор товаров из Китая». С вами, как всегда, его автор Александр. И сегодня у нас будет небольшое видео о том, как заказать нам халявную посылку, а именно коврик для мышки с сайта TomTop. Видео распаковки было у меня на канале. Ссылочка на распаковку будет под видео. Вот такой вот небольшой коврик, синенький, с символикой сайта TomTop. Стоит он где-то около 36, может быть, 40 рублей в переводе на российские рубли. Итак, для того, чтобы нам получить данную посылочку халявную, нам нужно зарегистрироваться на сайте, за что нам дадут очки, баллы, которыми мы сможем расплатиться за наш коврик. Итак, заходим в правом верхнем углу в мой аккаунт и там смотрим «Посмотреть заказы», жмем. Так как на самом сайте нигде, по крайней мере, я не видел большой кнопки «Зарегистрироваться», заходим именно через мой аккаунт. И здесь нам предлагают войти, либо зарегистрироваться. Нам нужно зарегистрироваться, потому что именно за регистрацию нам дают очки. Жмем «Зарегистрироваться». И здесь мы видим несколько полей. Первое — это ваше имя. Вводим любое, кому какое нравится. Я наберу просто свою фамилию. Адрес электронной почты. Адрес электронной почты вводите свой. Я же наберу фейковый. Далее вводим пароль. После того, как мы все данные ввели, нам нужно нажать кнопочку «Представлять». Но есть один нюанс. Не забудьте поставить галочку «Подписаться на рассылку». Потому что за регистрацию нам дают 50 поинтов. И за рассылку, по-моему, еще 20. Так вот, для того, чтобы купить коврик, нам нужно 70. То есть 50 и 70. Жмем «Представлять». Сейчас сайт, скорее всего, выдаст ошибку. Почему-то это всегда происходит при регистрации. Да, как я уже сказал, произошла ошибка. Так, теперь мы входим опять в мой аккаунт и жмем «Рассмотреть», нет, не «Управление адресной книгой». И да, вуаля, мы зарегистрировались. Так, дальше смотрим информацию об учетной записи. Здесь нужно вбить свою фамилию еще. Здесь, в принципе, все оставляем без изменений. И вот нам пишут, что информация о счете была сохранена. Здравствуйте, Александр. Там, да-да-да-да. Так, теперь нам нужно заполнить наш адрес. Жмем вкладочку «Первичный адрес доставки» и жмем «Редактировать». И здесь уже вводим свои данные. Если у вас есть адрес какой-нибудь там на Алиэкспрессе, например, через который вы заказываете, то лучше ввести его. Там телефон. Улица. Я буду вводить фейковый адрес, улицу и телефон. Поэтому вы будете вводить свой. Свой реальный, либо я, как сказал, уже тот адрес, через который вы уже заказывали. Итак, мы заполнили наш адрес доставки. Жмем «Сохранить». Итак, что мы видим? Адрес был сохранен. Адрес по умолчанию. По умолчанию платежный адрес и адрес доставки. И теперь мы заходим во вкладочку «Мои очки, мои награды» и смотрим, что у нас заработано 50 очков за регистрацию и 20 очков за подписку на рассылку. Так, теперь переходим на главную сайт TomTop. И ищем наш коврик. Вот наш коврик. Жмем.
Вот открылась страница с данным ковриком, и жмем добавить его в корзину. Нам пишут, что новый товар был добавлен в вашу корзину. Переходим в корзину. И здесь вот наш коврик. Нужно теперь нам его оплатить. Цена у него 70 центов. Мы будем платить поинтами. Вот здесь вот применить TomTop поинты. Вводим 70, это именно то количество, которое мы получили за регистрацию, и жмем применить. Все, смотрим общий итог за покупку, за нашу 0 долларов 00 центов. Жмем оформить окончательно наш заказ. То есть перейти к оформлению. И здесь у нас наш адрес, который мы заполняли. И здесь мы ставим галочку «Грузить к этому адресу». Жмем «Продолжить». Теперь нам нужно выбрать способ доставки. У нас будет обычная бесплатная доставка. Жмем, ставим галочку. И тут нас спрашивают, есть ли у вас подарочные предметы в вашем заказе. Установим флажок на «Да». Жмем «Продолжить». Тут нас опять спрашивают, что мы платили через поинты, то есть поинты очками. Жмем «Продолжить». Все. То есть конечная информация, что здесь у нас бесплатный коврик для ноутбука, для мышки стоимостью 70 центов, и что он был оплачен 70 очками. Жмем большую кнопку Place Order. Отправка информации о заказе. Итак, друзья, мы заказали наш коврик, и теперь нам нужно просмотреть статус заказа. Для этого мы заходим в мой аккаунт, просмотреть заказы. И здесь мы видим номер заказа, дата, кому был отправлен и стоимость. Статус заказа обработка, который со временем изменится на товар отправлен. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня показать. Надеюсь, ваша халява вам придет. Вам же спасибо за просмотр. Ставьте лайки, задавайте вопросы, всем отвечу, помогу. Всем спасибо, пока-пока.